Придумал эти правила спасать сестер из лап чудовищ. Они вообще сами виноваты, а мы обдувались. Леонелла! Тише, Лео! Вдруг нас услышит? Не Леонелла! Ты прав, Тик. Тогда давай разделимся. Не-не-не-не, нет! Нельзя разделяться! Ты что? Никогда не читал страшилок? Это самая плохая идея. Лео! 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 Ты где? Пожалуйста. Лео, найдись. Тик, ты чего орешь? О, дружище, не пропадай больше. Вот тут нужно больше света. Хочешь земляничный пирог? Конечно, хочешь. Сейчас.
мохнатого пещерного паука. Лео, я же говорю, пещера слышит наши страхи. Если она услышит, что мы боимся паука, она сделает его настоящим. Тогда мы скажем, что хотим встретить паука, а пещера сделает все наоборот. Вот бы сейчас встретить парочку... Нет, пятерочку...